بسم الله الرحمن الرحيم. Рассказывайте, что один раз в одно время из факихов Египта, фукаха, к одному из факихов пришел имам Шафия, рахимахуллах. И в это время он сидел в мечети, а перед ним лежал Коран. Увидев его, имам Шафия сказал: «Аль-фикху абаадакум аниль Коран». «Фикх отдалил вас от Корана». То есть фикх – это мусульманское право, отдалило вас от Корана. Вы начали заниматься только фикхом, оставили Коран. «Поистине я совершаю вечернюю молитву», – сказал имам Шафия, «после чего кладу Коран перед собой и не закрываю его до рассвета». Ценность чтения Корана, братья, в размышлении над ним и влияние, которое оно оказывает на человека. Поистине Коран ниспослан для того, чтобы мы над ним размышляли. Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Китабун анзалнаху илайка мубаракун лиддаббару аятих валитазаккара улуль альбаб». Это благословенное писание, это книга, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, которые мы ниспослали тебе, о Мухаммад, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом вспомнили, говорит Всевышний Субхану Тааля.